замечательная лекция. Вы говорите, в яму не сажать, значит, надо садить на холмик. Тысячу раз уже об этом сказал. Раскройте подробнее, как сформировать из чего. Может быть, как у Хольцера Зеппа. Кстати, как вы относитесь к его природным методам? Ну, и да, и нет, и хорошо, и плохо. Здесь про Хольцева я могу говорить часами. Почему? Мы два человека на всю планету, кто заступили за муравьев. Два человека на всю планету. Представляете? И какой у меня моральный поддерж, хотя... Нет, он про меня знает, конечно. Вот. Но дело не в этом. Даже как я про него. Тут же с муравьями, и тут же это самое. Вот мне единственное... Я не буду его ни хвалить, ни это. Дело в том, что очень мало пока движение охватило десятки, сотни тысяч людей. Люди начали брать экскаваторы, бульдозеры и делать. Вот фотографии чуть ли не единственное мне прислали. Вот вырытый пруд. Видите, он мутный, потому что наверное, еще вода не осела, это грязь. Вот. Вот она, вот абрикосы посаженные. Скорее всего, мои, раз мне фотографии писали. А нет, наверное, не мои. Я такие не посылаю. Не, не мое. Не, отказываюсь. Все, что вы скажете, учишь одному, а сам придумал. Вот видите, тут искалеченные побеги эти. Тут отрезанные побеги нижние. Это не по железу. Но сама идея видна. Не было уклона или был, но меньше, сделали больше. Специально под абрикосы. Заодно выкопали котлованы, использовали землю. Вот. Есть достатки. Вот. Я просто хочу сказать, что... Дальше оставляю тему Хольцера, не сегодняшняя, огромная тема. Вот. Перехожу, вы спросили, как холм. Да, вот он холм, земля плохая, вот перегной рассыпан таким образом. Избави Бога как контакта с любого удобрения с корнями. Ошибка страшная, которая пережила уже с десятки поколений садоводов и никак не могут отказаться от этого. Вот. Ужас какой-то. То, что пишут. Ну, пишут те, кто, оказывается, ни одного саженца не вырастил, а вам продают тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч. А советы откуда? А советы старины глубокой. Ладно, поняли, да? Даже это, мне фотографии настолько наглядные, что их надо уже размещать в это. Специально делать антологию или эту самую энциклопедию. Вот. Одно глянул, уже и подписи, и текста не надо. Так. Вот эта фотография, будет отдельная тема посадка, выбор почвы, выбор рельефа. Пока я только даже не скажу это, тут долгий разговор. Вот здесь уже можно такой холм не делать.